Что там жена тащит у меня? Линка, что ли? Ух ты, вот он, линок тебе. Поднимай удочку. Вот он, линок. Нет, первый раз. Зеленая. Такого линочка поймали. Сейчас жена поймала. Красавца. Ну, друзья, отпускаем его. Это такая рыба. Жалко ее. Плыви, малыш. Да, грамм 500. Плыви. Не, не 500 нету, наверное. Грамм 300, может быть. Плыви. О, пошел. Линков нельзя брать. Привет, друзья. Вот третье утро у нас. Сегодня 20 июля. Пошли. Третьи сутки. Вот. Туман. Сейчас помыться надо. Туман не над водой, а над лесом. Красота какая. Дождик сегодня был ночью. Думали, всю ночь гроза, молния была. Сверкало сильно. Сегодня значит, костер всю ночь горел. Страшно было спать сегодня. Про Мишку там поговорили. И, блин, ну костер горел, дымил, потом потух, ночью дождь пошел, залил его. Ну ладно, друзья, пьем чай, умываемся и в путь, в дальнюю дорогу. Сегодня надо опять пройти километров 60, еще ночь переночуем и там финишная прямая будет у нас. Ну ладно, все, чай пьем и собираемся. Опа. Так, друзья, перекусили. Перекусили. Чай попили, кофе. Все, сейчас собираем палатку. Стол собираем. Лодку спускаем. Грузимся. И путь. Сейчас пойду там поблещу. Местные. Вчера проплыли, рыбаки там кидали спиннинг, вот кого-то сразу поймали щуку, мне кажется. Сейчас поеду туда, покидаю спиннинг, может поймаю щуку, еще. Ну вот, ну вот, почти собрались. Чистота, порядок. Фух. Вот стол мой. Собираю раскладной стол. Опа. Опс. Все. Склал его. Оп. Сейчас лодку положим. Все. Спасибо, Поляночка, тебе за уют, за тепло. Пригрела нас, напоила, накормила. Будем искать еще одну стояночку. Хорошая. Это хорошая стоянка. У нас понравилась. Ни комаров не было. Ни мошек почему-то. А там первая стоянка что-то было. Комаров много и мошек. Ну вот, все. Почти собрались. Сейчас это все в лодку маленькую. Стол сюда. В эту лодку. Вот так вот сейчас мои, опа. Вот так вот. Все. Собрали. Сейчас туда все сложим. Съездить еще там поблеснить надо. Здесь запах такой, эти цветов вот этих
вообще мне так. А, тайга. Красота. Первый раз у нас такой поход затяжной. То все на машине. Сейчас вот на лодках плывем. 3 или 4 дня. Вот, ну сегодня вот 3-я ночь будет. Будет 4-я, не будет, не знаем. Посмотрим, сколько проплывем. Так, друзья, сейчас поедем, покидаю Пфин. Вот, отплыли мы, друзья, 7:30. Все, движемся дальше. Сплав наш продолжается. Сейчас выходим на середину и плывем. Идем, говорят. На спине ничего не поймали. Все, друзья, плавляемся дальше. Сегодня пошел 3-й день сплава. Поклевка харя была. Так что вчера посидели, комаров не было. Вообще полянка классная. Дождь, правда, ночью был. Все сверкало, все гремело. Но ничего, переночевали. Прием должен, друзья, дальше. Вон, друзья, а мы думали, мы одни такие ранние. Оказывается, вон еще люди хитрее нас оказались. Плывут. А, вот, за которые вчера поздно поплыли. А, ну, может быть. Наверное, да? Наверное. Красота среди бегущих. Штраф от 3000. Видишь, столбик стоит в границу. Столбы. То есть на этой стороне можно столбы, на этой нет. О, жена первого хареза поймала сегодняшнего, с утрешнего. О, молодец. Работает камера? Опять, да, опять на эту же муху. Нет, на нижнюю. А, это же, да? Что, это же? Блин, как муха такой. Опа. Вот такой харезок. Первый харез сегодняшнего дня, утрешнего, то есть. Ух ты, ух ты, как он. Ух ты, вытаскивай быстрее. Ну, молодец. О, все. Лампочка горела? Бля. Вон у меня, блин, жена ловит и ловит. А я что-то сижу, вообще не поймал ни одного сегодня. Но я на спиннинг. За крупные рыбы. А, бля. А? Посередине вот эти черные.
В Жержуле нашел, две штуки поймал, где-то по 2,5 килограмма. А на что, на вертушку? А я на колебалку белую, у меня половину туда склевало. Кидала мне это желтое с белыми, с красными этими прорезями. Что-то ни хрена на нее. Сейчас поставил белую, на которую ловил. Колебалка белая. Леночка, вот, друзья, как бы не успел заснять. Вот такая маленькая. В лодке уже отцепилась. Третья щука. Ну это маленькая. Ну-ка, сфоткай меня, да. Вот на этих катамаранах сплавляются люди по мане. Они поднимаются сейчас. В пятницу будут люди садиться и сплавляться до Усть-Маны. Я же на сегодня переловила, блин, тулинка, тухализов, блин, таскать. Харис? Слушай, поворачивай сюда. О, молодец. На цепля я здесь вижу. А горела камера? Да, горит. А, блядь, ушел. На таких плавках плавляются люди, рыбачивают, отдыхают, можно сказать. Ну, первый хороший мне тут был. Ушел? Нет, сидит. О, давай быстрее поднимай, Лена, она так уйдет у тебя. Жена меня сегодня обловила вообще. Молодец. Опять черная. Опять черная. Черная. Так, ходим в поворот. Вон здесь какие. Сегодня рыбалочка получится, что-то мне кажется. И ленки, и щука поймал уже. Уже рыбалка удалась нам. Уже сегодня будет котлетки. Жена у меня хотела котлетки, щук. Так что будут котлеты ей. Вот люди отдыхают. Наверное, сейчас ночи. Сейчас собираются. Будут собираться, наверное, и поплывут дальше. Блин, жалко щуку, да, опять не удалось заснять, блин. Неожиданно так клюнуло. Что-то у меня с камерой случилось. Не это самое. Звук пропал, включение, отключение. Что-то нет почему-то, почему, не знаю. Надо, камера пока новая, надо будет у гарантии отнести. Может, заменят. Что там случилось, не знаю. Не знаю, включил, не включил камеру, блин. Не работает, не. Надо держать ее. Тогда видать, а так не слыхать, включилось, не включилось. Что, есть что?
Ох ты как, смотри, смотри. Хорошенький, да? Или зацеп? Нет. Поднимай удочку, удочку, поднимай, Лен. Давай сюда. Опусти, опусти удочку. Горы, мне кажется, все одинаковые, да? О, дно видать. Днище, дно. Каменистое дно. Любишь? Хороший запах. Вот это такой. Резво. Остановились, друзья, рыбку надо будет завялить. Положили в сетку. Пока плывем, она вялится. Будет такая. Гостинцы везем домой. Рыбку харис вяленый вот такой. А пока плывем, два дня она у нас закоптится, говорю. Завялится. Завялится, блин. Не два дня, а сутки. Ну, какая разница. Сутки, сутки. Короче, пускай вялится. Она у меня уже два дня в соли уже просолилась. Так что пускай вялится. Лобик-то делай. Вот, друзья, сейчас щуку разделывать буду. Разделаю, а то испортится погода. Засолить надо мясо. Сейчас филе сделаю, засолим. А вечером сделаем котлеты. Так, почистили мы ее. Сейчас филе сделаем. А вечером котлетки забабахаем, друзья. Вот, друзья, две филешечки получилось. Сейчас я ее засолю, а вечером нарежем мелко-мелко. Лучку, картошки, яичко. Да, вкусняшка будет. Все. Ух, бля. Бывает. Водка мешает. Идет, идет. Эй, успокойся. Говнянки клюют, мухи. Зеленая говняночка. Все? Почему ты так сильно высоко поднимаешь? О, хороший харис. Палец, палец.
Такой крокодил. Крокодилище. Ты давай, давай, давай. О, готовился. Друзья, закончился третий день. Нашли вот такое замечательное место. Здесь отдыхающие приплывают, отдыхают, сделали, смотрите, баскетбольную площадку, столы, лавочки здесь, посидюшки. Вообще, сейчас костер разведу, поставим палаточку, приготовим, друзья, сегодня будут у нас и котлеты, и щуки. Щука, которую сегодня поймал, сегодня будет. Уху не будем варить, вчера ели. Сегодня котлеты, там что-нибудь такое перекусим. И все, с котлеты жена сделает. И щуки. И будем отдыхать. Ну вот так, друзья. Вот приготовили фарш из щуки, намесили, нарезали. Сейчас будем готовить. Это маленько настоится она. И будем готовить. Ну, вот так вот. У нас соседи приехали. Будем не одни сегодня. Да. Друзья, уже, наверное, лет 5 на Майне не купался, да? Холодно, наверное. Не, наверное, а точно. О, надо освежиться. Поближе подходи. Освежиться надо. Принять, Миш, как вечернюю ванну надо принять. Ой, вода холодненькая. А. Поближе подходи. Торопиться надо. Весь день на жаре. Классно, вода хорошая. Течение сносит. Вот рыбные котлеты, то есть щучьи котлеты. Вон какие. Ох, вкусняшка будет. Ой-ой-ой. Аля? Да, надеюсь. Вкусняшка будет. Ну вот уже вечереет. Все уже мы. Сейчас лодки заберу, затащу на место. И будем ужинать. Праздничный ужин у нас сегодня. Последняя ночь
мы ночуем. Надеюсь, завтра уже будем дома. Вечером. Друзья, пробуем щучьи котлеты сегодняшней рыбки, которую поймали щуку. Не знаю, это обалденно. Ой, друзья, это прелесть просто. Щука. Ладно, все, кусаем. Не будем вас разнить. Всем пока. До завтра. Встретимся уже завтра. На прямой финишной. До старта осталось 30 километров где-то. 31 километр. До финиша, не до старта. То есть до финиша осталось 31 километр. И мы дома. Ну всем, встретимся уже завтра. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока.